Кто там, улыбнитесь? Андрюх, ты там? А, нет, ты сейчас. Ай! Ты уже вылез или ты. Не, я лезу туда. А, туда ты лезешь. Ага. Спускайся. Сейчас. Нет, вагон. Сейчас я полезу с камерами, с оптикой. А, вот это было очко, короче. Давай, не сиди. Ну что, давай будем выйти ударом. А ты будешь отвечать. Попа морща. Я думал, в другую сторону разворачивать, там специальная дырка поделится. Давай, не спеша потихонечку. Вперед-назад, вперед-назад. По-моему, так что-то застряло. Давай, не попа, ноги. Вы их вниз заталкиваете или вверх? Колени поставить, застрял. Да нет, там это не поможет. Нет, там надо ногу. Вот я говорю, просто ногу. Поставь ногу. Вот на стену. Зачерпите голову, вот же голова. Получается, с ногой ничего не сможет выливать. Да? Да, Марина выйдет. Я могу даже больше оставить. Марина маленькая. Да. У меня же аргумент. Ну, я худая, скорее всего, маленькая. Маленькая щупальца. Ну, у тебя и рост ниже. Ну, не, ну что, ниже. Ой, типа, извини. Перед ночью вылезла. А, ну, попробуй. Немного, но все же ниже. Я так не загнулся. Блин, не. Ну, нафиг. Вы откуда, куда лезть? Это практически вылез. Оттуда, сюда. Можно, может быть, там пролезть? О, давай здесь. О, дубль-лайн. Таска проходит, может, проверяли. Но таска проходит. Рождение человека. Там еще один, да? Да. Давай. Сколько еще людей извергли тут эту клавоку? Грук сначала пихай, одну руку по диагонали. Нет, тут можно вылезти, нет, тут я... вылезали народ. Грук сначала пихай по диагонали. Все зависит от ширины бедра. Да, Марин, пролезет. Да, да, да. Спасибо. Взял. Документы, деньги, давай. Там внизу какой-нибудь гротик есть? Мобильный комод. Гротик? Гротик. Ну, надо залезть туда. Да, по плечам он просто не пройдет. А сейчас кто-нибудь вылез вообще? Марина вылезла. Я вылезла. Показать? Ну, Рома вылезал, он проехал. Давай на бис. А Рома, какой порос он? Я что-то как-то не правильно ногу. Рома, он высокий. Он высокий как-то ехать. Можно еще попробовать в другую сторону. Можно попробовать вот так вот. Обратно? А ты тут вылез? Леш, тут еще есть? Нету? Леш, не, а ты тут вылез? Нету, я вижу, что тут есть. А пойдем, сам. А тут есть еще, нету? Есть, есть, вон фонарик светит. А вы куда лезете? Я сюда. А, есть. А кто это? Кирилл. Я Кирилл. Последний, 13. А куда сюда лезет? А может, тебе идут документы? Ты не вылезешь здесь. У тебя слишком широкие эти... Таз. Таз. Ну, на самом деле, там не таз, я вот так. Меня чуть-чуть не хватило, чтобы ноги вытащить. А, длина не колен большая, себя, да? Не, я грудаком застрял, и все. Кстати, действительно, может быть, смотри, правильнее другую руку пихать, потому что здесь камень мешается. Потом другую руку пихает сюда изначально. А может, две сразу руки? Две, ну, мне кажется, будут мешаться. У тебя вот и плечи расширяешь, а вот так вот ты их складываешь. Понятно, проще. Говно, жопа. Ругайся, ругайся, тебе поможет.
Я боюсь, здесь уже ничего не поможет. Национальная выгрузка. Вот на оно, лицо пещер. Давай одну голову нам покажи. Милане всегда видит такую дырку, услышит разговор психотерапевта. Получается, только Марина может пролезть в пещеры. Худеем до аварийных форм. Нам нужна мерка. Снимешь размеры. Я боюсь, кости они не это, не худее. Она мне, мне интересно, я обратно туда нажму, да? Они, может, точно не Кирилл, отказался от затеи? Слабак? Дайте я вам внутрь попробую нырнуть. Я уже вряд ли. Низ головой ныряй, Лёха. Не-не-не. А вниз головы можно сюда залезть разве? Нет. Нельзя вниз головой залезть. А, потому что вес будет давить на голову. Вес на голову, если ты уже... Давление поднимешь в голове. Вот прием, не выйдешь? Ты будешь долго висеть вверх ногами и потом... умрёшь. А потом не выйдешь из сосуда? Кровь? Бомба. Не, у меня ноги-то не складываются носа. Так. А, ну да, я попробую. Так, ну, ноги не складываются. Роза, если пойдемте я... дальше, это там еще интересно. Да, отсюда, а мы до картошки пьем. У нас еще 4 страницы. Надо поесть. По картошке не останется. Да, возьми. А ну, ее так и не останется там. Ее уже нет, да? Да, ну, судя по времени, уже, блин, это полдня. Они уже там все съели и спили. Или выпили. Я понимаю, что у нас обед объединится с ужином. Ну, человек вообще. Ну, это почти поздний ужин. Почти полпятого. 4:20. Тема, скрын нахрен. Ну, как вам очко? Блин, мы собрались дойти, мы даже до выхода не дошли до второго. Давайте. Слава первому Библиям, это в этой. Не, тогда левый пошли, мы тоже второго выхода туда идем. Полрайдер уже. А, да, дошко. А мы сейчас в руке. Тогда дошли мы. Трещину, сейчас будет какая-то трещина, что влево-слева. Еще не дошли, а второго. А, страшно, мы хотим до конца дойти. Куда? Нам не нужен второго. А где выход? Стоп. А его нет, он заваленный. Ну, может, его кто-то раскопал, кто что знает. Где? Я не смотрю. Где там Ваня? А, вот ты где. Вон оно. Держи. Да пусть играет. Здесь как-то смещение, да, очень карта похожа. Так, а что там было за цифра? Тут было 19 или что тут за цифра была? 17? Да какой 19, 17? Это еще... Мы где-то вот тут вот вылезаем, внизу. Мы смотри, рот рука, смотри. Рот рука на предыдущей странице вот, у меня. Вот, рот рука. Я вот, у меня, блин, с исключением, с очень большим картом. А здесь-то вообще зашибись. Угу. А где она вот тут вот? Не, у меня сразу это получается четко. Вот, вот, гляди. Это вот, здесь. Да. Вот кабани этот. Вырезали мы где? Марина хорошо, вот кабани фигня вот эта. Так, а трещина тогда где? Трещина это... Где-то должна быть вот тут вот она. Вот она, наверное. Вот она трещина. Или вот трещина, да? Ну, наверное, все единое. И сейчас мы уходим, короче, все время направо. Направо? Да. Направо, направо, направо. И возвращаемся опять к руке. Короче. И влаги пожелать. Я голоден. Отлично. Есть пить и заниматься, а узнать не идти. Правильно. Марине же хорошо? Хорошо. Почему она плохо? Нож. Здесь такой простор? Иди посмотри здесь какая не простор. Бутылка,
Видишь, мы сейчас к руке опять вернемся. Что там, есть что-нибудь интересное? Ну, через это, через руку опять. Там завал какой-то, да? Пенка чья? Запасная. Ну, если долго идешь, и стал лёг. Ну да. Да, а, вот это вот, особенно две, когда... Ой, смотрите, жаркое на ужин! Чё? Какой ушастенький, вкусненький! На ногу! Ну и давай, пусть. Вот, кстати, трещина, наверное. Это нет? Видите, какая офигенная? Нет, трещина там была. Вот это то, что глубокое вниз. Смотрите, а это вал какой-то. Ушечки хорошие. Чё-то натекает. А там, наверное, не дохнет. Ой, она дышит, смотрите, да? Да ладно, не дохнет. Он разбудит нас. Как крылышки. Как кровушки ваши побьют. Нет, добрый. Нормально. Вот может, она кушать хочет? Тебя в 12 ночи разбудят. Убивать на кирпич. Ну вот видишь, и она попробует. Я надеюсь, это не граф Дракула. Может, там друзей. Граф Кудахтова, блин. А что, я отправил? Куда дальше идем? Мы сейчас вернулись к руке. Вот кабани проводчики. Да. Нам нужно вот сюда вот. Сейчас немножко освещение вторгнуть. Ну что, оторвать? Калиция коритеровщиков. Калиция коритеров. Мы сейчас можем в Афанасий зайти в этот. Что говоришь? Мы сейчас вот тут вот стоим. Да. Вот карта у нас вот так вот по северу расположена. Вот. Нам здесь просто такое надо. Смещение неудобно. Надо. Ну да, неудобно. Нам надо вот, короче, туда попробовать. Не обратно, а вот сюда пройти мимо крестов. Вот этот нам нужен, узкий проход. Видите кресты? Да, вот это. Там от грота рука, нужно просто чисто по компасу до провала дойти и все. Это уже было. От грота рука. Ну, смотрите, там провал. Игорь, у тебя карта хорошая, масштаб ловит. Ух ты как. Везет. Нет, хорошо, что шлем. Кабани проводчик. Понимаешь, как сейчас я не могу совсем все точно. Сейчас я согну. Это вы по ней пришли, мне кажется. От грота рука надо в ту сторону двигать. Налево. Ждем. Вот он, кстати, правильно пошел. Он пошел в этот, который замкнутый грот, Афанасий вот этот. Нет, туда дальше там идти, там. Нет, нет, мы вернулись обратно. А крест там вот сейчас вот тут вот стоим. Крест где? Нет, креста нет. Вот, сзади тебя рука, правильно? Да. Вот, мы стоим вот. Сейчас вот на этой фигне, вот на этой пятачке. Вот. Вы сейчас ходили вот туда, вот трещину посмотрели, вот уперлись вот туда вот в завал, и вернули сейчас мы обратно, вот сюда вот. Сейчас мы стоим вот на этом пятачке. Вот. Если мы сейчас... Тут вообще вот есть вот проход-то этот? Здесь-то? Нету, вот здесь вот, вот это тонкое нет. Место. Нету, крот 78. Здесь крот чиним кормит указанный срёк. А вот там вот как надо идти? Вот в том-то и дело, да. А для этого нам надо... Когда мы кормим, мы как-то очень долго-долго искали. И так они даже, по-моему, не нашли в тот раз. Андрей, а кто вот это? А, всё, пожалуйста. Да. Они сейчас зайдут вот в этот грот Афанасий, грот 78. Они сейчас там будут. Либо они потыкаются по этим вот сейчас заваленным ходам, кстати. Да, вот он.
Вот он, вот он. Что ли?